Привет, с вами Бикс, и сегодня я поиграю в игру под названием Little Inferno, мое маленькое пекло. Я играл в нее на ПК, да, и сейчас она вышла на телефон, было это недавно, но ничего страшного. Мы в нее сыграем еще раз. Я надеюсь, меня слышно хорошо. Игру я не знаю, как убавить, честно говоря. Прикоснись, держит любое место, чтобы прожечь огонь. Конечно, я знаю. Подожжем сначала кубик. Кубик не поджигается. Ой. Это можно использовать еще как АСМР. Перетащи меня. Правила и условия игры, которые мы, конечно же, подожжем. Опа. Что-то у нас... Поздравляем! С законной покупкой нового камина Little Inferno английский я не знаю. Мы с любовью создаем каждый камин, чтобы согреть ваш дом и ваше сердце. Оставайтесь в тепле. С любовью, мисс Нэнси. Как же я обожаю эту игру. Что она вышла на телефон. Меня это, знаете, как радует просто. Кайф. Боже мой, вы сожгли все свои вещи. Ничего страшного. Во всего, когда можете купить больше из ваших новых каталогов. Любой телефон. Вы можете каталог. В общем-то, ну что, давайте посмотрим в комбо, прибавились ли они. Нет, так 99. Так же, как и на компе. В общем-то, комбо, пират на велике. Ну, будем создавать комбо и все такое. Да, мне кажется, уже все знают эту игрушку. Кто не знает, нам надо сжигать свои вещи. Создавать комбухи. Комбо, пират на велике. Чье-то комбо, комбо, весенний пора. Ладно. Давайте сначала А, По, О, И, Д. Сначала давайте сожгем вот это все. По-моему, я не получу. Деньги с этого вот все должно получить. Ой-ой-ой, укупились. Знаете, это еще можно использовать как АСМР. Эту игру. Конечно, классно, горит огонь. Шу-шу-шу. Сначала надо весь каталог купить, прикупить, а вот потом создавать комбухи. Часики. Дико. О, вы просто отлично справляетесь. Но не волнуйтесь. Ваши литовые можно. Здесь нет никаких очков. Здесь нет никаких результатов. Нет, задай мне время. Просто разрушите славу. Да, ребят, мне позвонили, в общем-то, и да, у меня не сохранились мои предметы. Очень печально. Привет! Есть тут кто-нибудь? Мы не знакомы, я подумал, что все-таки скажу. На улице так холод. Я уютно устроилась перед камином этого Inferno Интернет. Короче, не знаю, не смогу прочитать. Здесь так славно, что я могла бы остаться здесь навсегда. Как жук в манке. То есть банк в манке. Банки. Вот сахарного. Получилось чье-то кофе. Жечь. Так. Ускорялка одна есть. Хорошо. Эх, моя маленькая пекла. Прикупим.
ускорим и положим их сюда. Опа. Деньги. Как же мне нравится, как оно горит. Где деньги? Что, зря горело? Где деньги? Вот деньги есть. Мы покупали. Мы батарейки чем-то. Три штуки. Окей. Давайте выставим их вот так вот в ряд. Тихо. Вот так. Да-да-да. Одну. Опа, вот так вот. И давайте спящего идла. Опа, блин. Ой. Так вот жестко. Надо вот идла. Вау. Как же это прекрасно, как он звучит, да? Просто. Ну, это было классно очень. Это было прекрасно. Давайте. Ну и не можем больше. Я боюсь, что там авторские права в менюшке. Да. Письмо. Ладно, давайте сначала кирпичи все обложим. Сломаем. Перетащи мне кирпичи. Ну и факел вот сюда поставим. Я знаю, что мы сделаем сейчас. Пьедестал. Вот так вот. Для факела. О, идеально. Привет, это снова я. Вот так, как будто что-то горит. Вы только видно, верно. Ох, похоже, что сейчас он есть у каждого. Всех моих знакомых есть такие. И у всех, кого я не знаю, они тоже есть. Жечь предметы очень весело, но будьте осторожны. В инструкции говорила, что есть кое-что в мастере. Но я ее сожгла, так что мы никогда не узнаем. Ваша новая подруга. Сахарная пляша. Пляша сахарная. Давайте подожжем письмо. Да, а теперь положим вот сюда. Подожжем мы кирпичи, если они вообще горят. Факел, факел, факел. Вау. Перевернем его, чтобы он поджег кирпичи. Вау. Нет, просто... Это, знаете, это может слушать как СМР. Просто чисто и души СМР. Это прекрасно. Как же мне это нравится. Что-то у нас есть. Комбо пираты двери. Сейчас мы сделаем, кстати, комбо. Первое комбо. Комбо пират на велике. Чьё-то комбо. Чьё-то комбо, это чьё-то комбо. Два предмета, да? Комбо и синий мак. Это комбо есть. Вау, классно все горит. Комбо и синяя пара. Комбо кредитор. Кредитка и... все кончилось. Это снова я! Я уже зажила все свои вещи. Пришлите мне что-нибудь. Мне нужно больше светлячков. Перетащите прямо сюда, возьмите мою маленькую баночку светлячков. Ну, ты
офигевшая, конечно. На, держи. Зря. Ну, не зря купили, кстати, да. Сжигаем вроде денег пока. Сейчас мы откроем весь каталог, будем. Получается другие предметы. Чью-то фотку можно сделать, нашу фотку любую. Мне это не надо. О, спасибо за моих новых сучков. Каждый из них был как маленькие желания. Я отпустил их на воду, чтобы смотреть, куда они полетят. Но они все сгорели. Мы знали, что они не будут жить вечно. Ой, у меня для вас кое-что есть. Ох, много вложений. Просто переверните письмо. Переверните его. Переверните снова. Оп, вот оно. Это вам. Получили бумажное сердце. О, кстати, у меня комбо такой есть. Вечер кино. Кредиторы поколения в Синебра. Вечер кино, кстати, да. Хотя, мне кажется, из него комбо нельзя сделать. Нет. Ну, ничего страшного. Кредиторы, мне кажется, это банк с кредиткой. Сколько денег, а? Наверное, с банка все. Комбо поколений. Что? В Little Inferno полно секретов. Я только что нашла такой. Не волнуйтесь, я не скажу вам. Это стало бы спойлером. Но оно правда опасно. Ладно, просто нарисую все, что. Будильник. Нельзя сжигать эти две вещи вместе. А есть еще больше комбинаций, чем можно перечислить любой сахарный пляж. Подожди, она. Точек и. И все. Так. Это мы сажем вместе. Она сказала не сжигать. Это паучки, похоже, по всему. Все, гори, догорай. Догорай, догорай, догорай. Так, монетка. Я просто автобус хочу дождаться. Тушись, пожалуйста, быстрее тушись.
оранжевый потолок. 75. Понятно, их покупать еще надо. Кстати, да. Ох, нифига. Собакин такой. Прикольно, кстати. Вставляем его сюда. Будильник. Телевизор нам еще нужен. Минуту. Ну, мне почему-то кажется, что еще телевизор нужен. Все, здесь осколки одни. Ну, ждем минуту. Собакен прикольный. Долго. Можно купа. Ебан. Нужно попробовать больше марок. Попробуйте поискать письмо. Чего? А, все понял. А где банк? Меня обманули на банк. Кстати, да. А, нет. А, нет, меня ни на что не обманывали. Да, все. Извиняюсь. Мне нравится, как крутятся эти две шестереночки. Эта штука такая, бам, крутится. Смотрите, как огонь просто. Сразу все желтеет. Все, банк мы... Я отдельности хочу поджечь. Просто из него много монет падает. Мне достаточно, чтобы купить телевизор. Достаточно. Минуту их дочитать еще. Тихо. Нет, тихо. Спокойно. Тихо. Сейчас бы все поджег тут вообще. Было бы классно. Ждем этот. Давайте еще возьмем сверчков. Они придут это быстрее, чем телевизор. Ай, ждем. Кстати, пока мы ждем, я попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал, так как ролики у меня выходят каждый день. Да. И я очень стараюсь. Прошу поддержать вас лайком меня. Я буду очень рад. Да, мы, кстати, сверчков так и не испробовали. Мы отдали сладкой пухляш. Или как я там забыл. Я помню, что пухляш, но какая. О, смотрите. Прикольно. Поджигаем. Нет, ни одного комбо. Как это сделать поколение вечернего кино? Я думал, телевизор плюс будильник, нет. Ага. Вечернее кино. Вечер. Будильник. И кино. Странно. Давайте что ли второй каталог посмотрим, да? Опа, на 30. Нить. Нет, только вам второй каталог. Как сделать поколение? Поколение. Да.
кубики ставим. Ставим кубики, кубик на кубик. Картину рядом. Кубик на... Снова позвонили. Да, но на этот раз... Слава богу. Кстати, да. Все. Поджигаем. И... Опять нету комбо. Странно. И мне опять позвонили, да. Я, конечно, не расстраиваюсь, ну, не обижаюсь, но не расстраиваюсь, потому что мне звонят, конечно, это... Да. Ну, мне кажется, если я сбрасываю, понятно. Так, вечернее кино, кстати, сделал. И что-то поколение. Что-то поколение, просто комбо поколение. Комбо поколение, комбо... Комбо вечер кино. Вечер кино. Всё, да? Вечер кино. Вечер кино. Как можно сделать вечером будильник? Электронный плакат, возможно, кстати, да. Ну, возможно, может быть. Дайте мне паучка шутки. О, нифига на телевизоре как все погружается. Так, паук, дай мне денег. Покупаем плакат. Хотя я это делал. Да, ничего не выходит. Плохо, кстати. Ну ладно, тогда что ж, на этом мы остановимся. Если кто знает, можете написать в комментариях. Да. Ну, в следующем ролике мы будем проходить вторую главу. И так закрывать паука. Вот один раз. Возьмем. Просто посмотреть на него. Вот из второго каталога, да. И мне кажется, она будет интересненькая. Мне кажется, она будет свистеть. Она прикольная. Она тут сделала, да. А, главное свистеть. Все. Ну что ж, такой прекрасной ноте мы закончим. С вами был Бликс. Всем удачи и пока-пока.